Доказать теорему Пифагора, разобраться, как работает компьютер изнутри и увидеть уникальную связь математики с музыкой. В Харьковском Ландау-центре открылась вторая экспозиция. На самом деле Ландау-центр был открыт в январе 2014 года, то есть фактически мы очень-очень молодая организация. Совсем небольшое помещение, где-то порядка 50 экспонатов, и тем не менее за прошлый месяц здесь были тысячи людей. Причем люди приезжали из разных городов, люди приезжали из области, и даже у нас были иностранцы. И сейчас у нас здесь представлена информационные технологии, математика, математика в музыке, передача информации, собственно, все то, что так или иначе связано с математикой. Так как мы работаем только по выходным, мы делаем экспозицию, которая длится месяц. Поэтому вот экспозиция февральская будет длиться, ну, грубо говоря, 8 дней, 4 пары выходных. А дальше мы перейдем в науку о живом. Биология, ботаника, зоология, анатомия. Поэтому будет не менее интересно, чем сегодня. Это невозможная фигура. А вот еще примеры невозможных фигур. Если смотреть с определенной точки, можно увидеть, что фигура не такая, как она есть на самом деле. То есть на самом деле здесь одна ступенька, она, если смотреть с определенной точки, она будет в одну сторону вниз, с другой стороны вверх. Но на самом деле это не так. Вот. Дальше у нас тут есть комната Эймса. Два совершенно одинаковых рыцаря, они стоят в этой комнате. За счет того, какой формы эта комната, один рыцарь выглядит намного меньше, чем другой. Тоже это можно проверить, такая вот оптическая иллюзия. Это очень для детей интересно. Если смотреть одним глазом и водить из стороны в сторону, у нас там есть фигуры, которые поворачивают свою голову. За счет того, что оптический обман, то есть фигуры нужно вырезать определенным образом, и тогда получится определенный эффект. Тоже невозможная фигура, это невозможная гайка. Тоже, если посмотреть сверху, там просто висит фигура, ничем она не невозможна, просто выгнутая. Но если смотреть именно, так сказать, в глазок, там можно увидеть именно объемную гайку. Существует даже теория узлов, которая очень активно используется в квантовой механике. Например, как в компьютерах, да, у нас мы же не видим нолики и единички на экране, мы видим слова, правильно? Но в компьютере как? Это все переведено на математический язык, нолики и единички. Точно так же вот эти вот узелки, которые мы тут видим, переведены на математический язык. То есть просто формулы. Сначала отдельно, конечно, развивалась теория узлов, отдельно развивалась квантовая механика, а потом нашли их соприкосновение. В этом месяце будут представлены разные способы передачи информации, то, конечно, они возникли не 200, не 300 лет тому, возникли, как только человек захотел передать какие-то знания другому человеку или группе людей, он уже это пытался делать. Да? И еще на заре человечества были наскальная живопись, наскальная, то есть какая-то передача какой-то информации. Да? Вот, и здесь, ну вот, по крайней мере, мы фотографиями попытались самые основные такие, самые уникальные способы передачи информации. Ну вот, это и наскальная живопись, и клинописные таблички, и надписи на берестяной грамоте, и узелковое письмо. А чтобы самому попробовать, вот в Древней Руси, и в Греции, и в Древней Греции, и в Древнем Риме, для быстрых записей не было блокнотов, использовали восковые таблички. Таблички. И вот мы подобные восковые таблички мы сегодня сделали, и каждый, кто пришел в Ландау-центр, может попробовать, а как же это в древности вот писали на таких восковых табличках, и оставить какую-то свою запись на такой табличке. Пчелиный воск, то есть они залиты, эти таблички залиты настоящим пчелиным воском и специальным инструментом, стилусом. Можно оставлять какие-то записи. Можно сказать, iPad Киевской Руси. Что такое металлофон? Это набор трубочек разной длины, каждая из которых звучит на своей частоте. Но поскольку я физик, частота – это мое. И вот если посмотреть на струну, вот в ней могут быть вот такие колебания. Вот колебания идет, длина волны равна длине струны, длина волны половинка и так далее. Соответственно, частота обратно. Частота здесь самая низкая, здесь в два раза выше, здесь в три и в четыре раза выше. Вот мы и посмотрим. И чем меньше длина
трубочки, тем частота больше. Мы считали, есть специальная формула. Она выглядит страшно на самом деле. Она приведена вон на таблице в схеме. Она выглядит страшно. Частота у нас равна начальная частота на 2 в степени n на 12. Почему? Что такое 12? Никто в музыкальной школе не учился? Нет. Что такое октава? Я училась там буквально 1 или 2 года, но я точно помню, там было такое выражение. Тон, тон, полутон, 3 тона, полутон. Если мы сосчитаем полутона, мы получим 12. Тон, тон, это 4, полутон. Ну, дальше я не буду проводить, понятно. Мы получим 12 полутонов. Вот 12 полутонов – это октава. Вот откуда число 12, n разделить на 12. В степени 2. Что означает двойка? Если мы вот n напишем 12, 12 на 12 – это будет 1. 2 в степени 1 – это будет 2. Значит, частота октавы, если мы перейдем через октаву, частота в 2 раза увеличится, а длина трубочки в 2 раза уменьшится. Вот мы посмотрим. Смотрите, это... Я боюсь соврать, я не музыкант. Но вот это первая трубочка, до. Если это честная октава, если я никого не обманываю, то это будет... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот эта трубочка, вот эта 13-я трубочка в 2 раза должна быть короче, а частота в 2 раза выше. Поэтому трубочек у нас здесь 18, это 1,5 октавы. Вот. Вот как-то вот так. Это применение оптики в компьютерных технологиях. Что это такое? Мы брали мобильные телефоны старенькие, мы их разбирали и смотрели, как работает монитор. Вот можно повернуть и увидеть, что тут написано «жидкие кристаллы». Это поляризационная пленка, она вращает плоскость поляризации света. Если пленочку повернуть, то надпись затеняется. Мы все знаем, что в наших телефонах всегда видны или темные, или светлые пиксели. Вот, причем цветные. Вот матрица, которая в отраженном свете дает разные цвета. Это поляризация, поляризационный свет, который, проходя через матрицу, под каждым, под своим углом, дает 1 из 3 RGB цветов. Красный, синий, зеленый, совершенно верно. А вот устройство жидкого кристалла. Это очень интересный эксперимент. На самом деле, откуда берется вот это вот поворот плоскости поляризации? Это жидкокристаллические. Все знаете, что наши мониторы называются жидкокристаллическими. Молекулы жидкого кристалла поворачивают плоскость поляризации. А если на него подать напряжение, чем больше напряжение, тем больше поворачивает. Обычный жидкий кристалл, у него неупорядоченные, у него по-разному расположены плоскости поляризации. Он по-разному расположен молекулы. Вот тут видно, что мы вращаем. Мы просто сюда положили между ними пленочку. Мы вращаем и видим, что структуру жидкого кристалла, что она там в каждой точке имеет свой цвет, который поворачивается. Просто показывает строение жидкого кристалла. Это у нас фотолаборатория. Фотолаборатория – это самодельный фотоувеличитель. Самодельный фотоувеличитель был сделан – это чудо техники. Он был сделан на ХАЗе специалистами, соответственно, самолетостроителями, по чертежам польского увеличителя «Крокус». И сейчас эти увеличители, я смотрела в интернете, они реально за реальные деньги продаются на самом деле, они еще живы. Вот. Ну вот красное стеклышко, вот это меняется фокусное расстояние. Здесь источник света, который через пленку негативную, которая находится вот в этой рамочке, попадает в объектив и светит на фотобумагу. Вот фотобумага. Под действием света она темнеет. И, соответственно, мы получаем позитивное изображение, после чего оно проявляется, печатается и так далее. Это, соответственно, примитивный ручной фотошоп. Устройство для фотошопа. Ручной фотошоп работает таким образом. Вот у нас есть фотоувеличитель.
На самом деле мы сюда кладем пленку. Заряжаем пленочку. Вот так. Так вот заряжаем пленку. Выставляем кадр. Вставляем эту пленку в фотоувеличитель. И его включаем. И если накрыть черной тканью, понятно, что это будет делаться все в темной комнате, то мы можем увидеть кадр, который виден на бумаге. Что такое Photoshop? Это какие-то эффекты. Ну вот, к примеру, у нас есть фотография, которая сделана при помощи сеточки из марли. Вместо пленки вставляется сеточка с марли. Вот какие-то разводы непонятные. Эти разводы были сделаны при помощи, ну при помощи чего? Лака для ногтей на чем-то прозрачном. Вот обычные маски, при помощи которых экспонировалось, соответственно, лица. Пригласили нас сюда на выставку, вот, и мы тут вот такой уголок себе робототехника построили, вот, привезли там кое-какие свои разработки, ну и, как всегда, у нас все в процессе, мы постоянно работаем, что-то усовершенствуем, то есть прямо сейчас тоже там ребята работают. Вот стоит, например, этот уже более-менее знаменитый робот Живко. Мы его в очередной раз полностью переделали, поэтому он в очередной раз работать не хочет пока что. То есть мы последние там изменения добавили там датчиков. То есть он сейчас должен, если взять его за руку, то он должен сам ее схватить, там бесконтактные датчики. Вот, добавили там возможность, наконец-то, там, вот, обе камеры работали, он работало бинокулярное зрение. 3D принтер, который печатает пластиковые изделия. В интернете посмотрел конструкцию, захотел собрать и собрал. Например, вот такая шестереночка печатается за полчаса. Деталь побольше за три часа. Чего может быть полезно в производстве? Для прототипирования. Если придумали какой-то новый продукт, новый механизм, перед тем, как запускать его в массовое производство, его воспроизводят из пластика, проверяют, крутят в руках, проверяют на функциональность. Если все нормально, запускают в производство. Если нет, то дорабатывают. На колесах треугольных стоит рельс. Я двигаю его, и он остается горизонтальным. Если я возьму обычный, почему так получается? Да. Потому что это фигура, это называется фигуры равной ширины. Между любыми, как бы я его не повернула, между двумя горизонтальными поверхностями, когда, видите, будет все время оставаться горизонтальной вот эта поверхность. Вот этот треугольник, и будем проворачивать его в квадрате. Он будет, во-первых, все время касаться стенок квадрата. А во-вторых, заметать этот квадрат, остается только чуть-чуть уголочки, там кусочки эллипсов остаются. Нет, вот так вот можно квадратное отверстие сверлить. Покажем, как египтяне получали прямой угол. Сейчас. Мы получили треугольник. Треугольник прямоугольный. Самые... Его стороны 3, 4, 5. И вы держитесь за прямой угол. Итак, египтяне получали так прямой угол. Ну вот если нам на плоскости, нужно нарисовать перпендикуляр. У нас нет ни циркуля, ни линейки. Как мы это делаем? Мы берем вот такую веревку, кладем ее на пол. Ну и все, и вы получили прямой угол. Вот это прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат. Всего лишь с помощью 5 деталей. Мы можем выложить из этих деталей либо вот красный. Давайте мы выложим вот так. Либо два красных треугольника. Вот площадь красных треугольников полностью занята этими деталями. Либо из этих же деталей выложить сиреневый треугольник. Только как? Тут с хитростью. Мы с вами доказали теорему Пифагора методом разрезания.